167-й дом по бульвару Юности в Мозыре сдали еще в мае 2017-го. Новоселы понемногу начали обживать новое жилье. Панельные коробки стали превращаться в уютные квартиры. Радость части жильцов омрачили первые дожди. На балконах стали образовываться настоящие лужи. Своими проблемами новоселы поспешили поделиться с председателем товарищества собственников. С заселением жильцы мои столкнулись с такой проблемой, как затекание осадков извне. Они обратились ко мне с вопросами, жалобами, что нужно что-то делать. Я, в свою очередь, обращалась к застройщику ДСК Мозырского района. Когда шел дождь, именно косой, затекали дождь именно через щели в балконе и образовывались лужи, соответственно. И, в общем-то, для того, чтобы... Я понимаю, что балкон – это не жилое помещение, тем не менее, хотелось бы, чтобы выйти, приятно было на балконе без луж. После обследования квартир строители вынесли вердикт. Вода на полу – это конденсат, то есть текущие балконы – результат неправильной эксплуатации жилья. Но дождливая погода показала, что проблема не всегда решается регулярным проветриванием. Жильцы дома обратились на горячую линию председателя облисполкома Владимира Дворника. В итоге на проблемных балконах переустановили оконные рамы, провели герметизацию стыков стеновых панелей. После обращения собственника с моего дома на горячую линию к губернатору, вопрос решился. Во всяком случае, в понедельник жалоба была снята. Жильцы довольны, потому что у них есть уже возможность сделать далее ремонт в квартире, в том числе и на балконе. Качество работ уже проверено проливным дождем. Впереди еще осень и зима. Непогода еще не раз проведет испытания на прочность. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».